Согласно метеоусловиям, в настоящее время на территории Вологодской области происходит становление ледового покрова на реках и озерах, которые расположены у нас. На территории города Вологды основным водоемом является река Вологда, а также ее притоки. В настоящее время на реке Вологде установлено 15 запрещающих аншлагов. Согласно постановлению главы города Вологды, выход у нас на лед запрещен до достижения 7 сантиметров толщины льда. Выезд на транспорте запрещен круглогодично. За нарушение данных требований у нас предусмотрен штраф, согласно закону Вологодской области, административных правонарушений. Сумма штрафа составляет от 300 до 500 рублей. На территории города Вологды за период 2015 года, если брать аналогию, то у нас было происшествие 4 раза зафиксировано, 3 человека было спасено, 1 человек погиб. Нахождение при минусовой температуре в воде, человек приблизительно 20 минут, уже получает такую степень переохлаждения, что организм почти не восстанавливается. И, как правило, люди, попавшие непосредственно в прорубь, майну какую-либо, да, или провал произошел, то если им не оказать своевременно и быстро помощь, шансов на спасение не существует. Они уходят под лед. Потому что одежда намокает, и они уходят. Это основная категория, это у нас лица, которые пытаются сократить путь, перейти с берега на берег. И большую угрозу представляют это рыбаки, любители зимней ловли рыбы. Как таковых постов не выставляется. Работа по данному направлению ведется образом информирования граждан в ходе рейдов и патрулирования, которые проводятся непосредственно в аварийной службе спасения нами, работниками ГИМСа. А также привлекаем полицию и, если получается, отдел экологии администрации города Вологды.